Народный артист России Виктор Сухоруков в эксклюзивном интервью проекту «Я» первый поделился мыслями о бывших коллегах, которые уехали за границу. Виктор Сухоруков не скрывает своего патриотизма. В своих недавних высказываниях народный артист России не стал обходить острые углы, назвав коллег-эмигрантов политическими предателями и, по-человечески, негодяями. Патриотично настроенный Виктор Сухоруков признался, что ему не только неприятно находиться рядом с русофобами, но он считает их предателями, которые превращаются в ничтожество в глазах окружающих. Знаменитый актер отметил, что эти люди, высказывая свои взгляды и мнения, делают себя и всех вокруг негодными и гнилыми, говоря какие-то вещи, они превращаются в подлецов и негодяев. Предатель – это понятие политическое, а по-человечески – негодяй, негодный, гнилой человек. Народный артист России продолжает оставаться фигурой, которая вызывает споры и разделяет общественное мнение, но его уверенность в своих словах и честность в выражении своих мыслей не оставляют равнодушными. Ранее сообщалось, почему прямолинейный Виктор Сухоруков знать больше не желает худрука Моссовета Марчелли.